рекомендации по соблюдению социальной дистанции на территории. Устанавливаются антисептические устройства и средства для обработки аэробных приборов. Особое внимание будет уделено питьевому режиму школьников, чтобы были и кулеры, и возможность одноразовых стаканчиков. И, конечно, наличие контейнеров с двойными пакетами для использования средств индивидуальной защиты. Кроме того, что мы еще планируем сделать? У всех сотрудников должна быть надлежащая форма медицинской книжки. Это мы сейчас еще раз перепроверим, чтобы там все было хорошо. Понятно, 100% обследование. И вы знаете, что в конце августа, может более точно сказать, мы сейчас получаем вакцину против гриппа. И все педагогические сотрудники будут обязательно отвакцинированы от гриппа.